блюда в пост. Сегодня мы будем готовить котлеты. Для приготовления котлет нам потребуется горох, стакан грецких орехов, зелень, чеснок, мускатный орех, паприка копченая, кориандр молотый, соль, горох. Замочим его и отварим. Заранее отварил горох. Орехи нужно измельчить, там мы выдавим через чесночный пресс чеснок. Просто измельчаем горох. До однородной массы сюда же добавляем орехи. Теперь выдавим чеснок и укроп, копченую паприку, мускатный орех, молотый, кориандр молотый. Нужно посолить, перемешать. Нам нужно яйцо, но у нас же пост, поэтому мукой. Формировать котлетки. Жарим на сковородке. Что у нас получилось? Горох и орехи. Прикольненько.